В Сургуте закрыли железнодорожный вокзал. С сегодняшнего дня он недоступен для пассажиров. Дело в том, что в здании началась подготовка к демонтажу в рамках реконструкции. Ждать поезда на улице жителям и гостям города, к счастью, не придется. Чуть правее от основного помещения установили временный павильон с зоной ожидания и кассами. Комфортно ли будет пассажирам в новых условиях, узнавала Мария Ливанян. Современное здание железнодорожного вокзала в два раза больше того, что было, появится в Сургуте в 2025 году. Для этого нужно будет снести старое помещение, и поэтому пока пассажирам придется потесниться во временном павильоне. Он заметно меньше, всего 500 квадратных метров, однако специалисты РЖД уверяют, что это не принесет неудобств. Уже с сегодняшнего дня здание старого вокзала будет закрыто. Дождаться поезда или купить билет можно во временном павильоне. Там оборудовали три кассы, переместили, правда, не все службы. Так, например, круглосуточный медицинский пункт пришлось переместить в отдельное здание прямо у перрона. От оказания некоторых услуг и вовсе пришлось отказаться. Площадь павильона составляет порядка 500 квадратных метров. Количество посадочных мест – 100 единиц. Здесь пассажир может воспользоваться санитарными комнатами, залом ожидания, автоматическими камерами хранения, а также получать справочную информацию. Комнаты длительного отдыха здесь не предусмотрены, потому что это временное решение, это временный павильон на период проведения реконструкции. Временный павильон почти в 10 раз меньше здания старого вокзала. Однако, как отметили сами пассажиры, лучше в тесноте, чем в холоде. Уютно, светло, тепло. Это самое главное. Ну, потому что мы с часу дня на старом были и немножечко так-то прохладненько там. Старое какое-то уже ветхое, там холодно было. Я не знаю, здесь, конечно, комфортно, более-менее. Только что маленькое помещение, все. И так все отлично. Очень хорошо, светло, уютно, тепло. Хорошо. Ну, здесь получше, потеплее, посветлее, почище. Ну, единственное, что небольшое помещение, маленькое. А так намного лучше. А это вполне возможно, что здесь места не хватит. Она и там, в принципе, не очень. Там места много. Но там очень холодно. И тускло, грязно, серо. А здесь посветлее. Если сравнивать со старым вокзалом, здесь, конечно, намного лучше, потеплее, как бы комфортнее. К сожалению, тут нету розеток, чтобы телефон зарядить хотя бы можно было. А так, в целом, ничего, нормально. Розетки для зарядки телефонов появятся на вокзале после реконструкции. В залах ожидания оборудуют места с точками подключения для гаджетов. Кроме того, новое здание будет доступно для маломобильных жителей. Оценить все прелести обновленной станции пассажиры смогут в конце 2025-го. Мария Ливанян, Никита Бабенко, Сургут 24.